Дольщики Рождественского против детского сада. Мэрия собирает подписи для передачи в субаренду земельного участка на Кохомском шоссе под строительство дошкольного учреждения. Чтобы войти в программу и получить федеральное финансирование, необходимо более 2000 подписей «за». 100% от всех жильцов. Сейчас удалось собрать только 18% подписей. Без этого мы не сможем начать строительство детского сада на этой территории. Если согласия не будет, мы, конечно, можем обратиться в суд, но это длительная процедура, и за 2018 год мы не успеем. Если мы это не успеем, то мы лишаемся федеральной поддержки в части финансирования и строительства детского дошкольного учреждения за счет средств областного бюджета и за счет городского бюджета будет практически невозможно. В мэрии не знают, как объяснить такое прохладное отношение к проблеме собственников жилья в Рождественском. Чиновники уверены, что, скорее всего, купивших квартиры для перепродажи ивановцев не интересует строительство сада. Отсюда проблемы для всего города. Согласие дольщиков в письменном виде принимают в управлении капитального строительства мэрии по будням в рабочее время.